экстракт и холодная стерилизация. Значит, содержит 73% дневной нормы витамина В1, 78 В2, 80 В3 и так далее. Понятные циферки? Вот очень комфортно любому взрослому ребенку, взрослому всего одну чайную ложечку растворить вот в таком количестве водички. Очень вкусный выпить. Ребеночку дозировано, ну пересчитайте, если взрослому 5 мл. Пересчитайте, может там капельно совсем нужно. Вот, то есть это жидкий витамин на каждый день. Я считаю, что вот 2 месяца в году, август, ну, если вы едите большое количество ягод, это июль, август и сентябрь, вот 3 месяца, мы по максимуму едим овощи, фрукты с куста. Не варенье заготавливаем. А вот знаете, так надо наесться этих ягод, вот чтобы вот реально польза была, да? Вот прям идем и едим с куста, там, огурцы, помидоры, кто что выращивает. А 9 месяцев в году вот у нас есть витактив. Все, то есть вообще просто замечательный вариант. Что это за слайд? Кто уже знает мои выступления, пожалуйста, молчите, какие есть вот варианты. Что за циферка 21, что за трамвайчик? Угу. Я очень долго искала этот слайд, мне нужен был трамвайчик с циферкой 21. Вот. 21 день есть вариант. Система 21, это кто на бизнес ориентирован, а мы про витаминки. Что с витаминками связано 21? Привычка 21 день вырабатывается, они вкусненькие, да, она сразу выработается за первый день. Там не надо, да, они очень вкусные. Вы знаете, вот особенно тяжело в мае, вот сейчас очень-очень тяжелая ситуация. Сейчас в старых продуктах уже, ну, реально нет витаминов, но они уже давно разрушились, надо понимать, да, мы еще их термообработаем вообще. Будет только клетчатка, но клетчатка тоже нужна. Вот. А поэтому сейчас вот хоть как. Вот. Мне сейчас организм говорит: Таня, пойди выпей двойную, тройную норму. Вот. Я реально, вот, наверное, полмесяца пью вот прямо вот. Как мне организм сказал, хочу витамина, все, пошла, выпила. Но это вот только вот в этом месяце, да. То есть до этого как-то я так спокойно. Ну, пила и пила себе. А тут вот просто, ну, реально сейчас вот, ну, совсем в мае ничего нет. То, что нам продают там зелень, вот капусту какую-то привезли, знаете, она сделана на таком количестве удобрений, что там вопрос с витаминами тоже очень. Она же не в естественной среде выросла. А когда мы эти сезонные овощи и фрукты получим? Вот в июле. Дай бог будет солнышко, чтобы они вызрели, не померли. Так, значит, смотрите, всем запомните. Значит, у нас в витактиве 10 витаминов. И получены они из 21 ягоды и фрукта. 21 ягода и фрукт. Откройте справочник, там ежевика, малина. Там, ну, представляете, 21 ягода и фрукт. Холодный отжим и стерилизация. Вот. И трамвайчиком для транспортировки витаминок в клетку является белок. Поэтому, когда употребляем мясо, рыбу, яйца, кашу, например, утром, оно же тоже содержит белок, да, может вы там молочный употребляете, ну, сами решите, где у вас есть белок. Вот мы вспоминаем, я ем белок один раз в день выпить витаминки. Они очень вкусные. Очень вкусные, очень полезные, натуральные. Идем. Ага. А очень важно, в какое время? Или только утром? Нет, когда хотите. Есть... Когда хотите, вообще от времени суток это не зависит. Когда хотите, тогда пьете. Дальше.